сегодня в республике почтили память дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Андрияна Николаева. Его полет к звездам прославил Чувашию на весь мир. 3 июля о легендарном земляке вспоминают на его малой родине в селе Шоршелы. К этой дате в мемориальном комплексе начали реализацию новых проектов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Совпадение или нет, но каждый год в день памяти Андрияна Николаева небо над Шоршелами затянуто тучами и идут дожди. Сердце чувашского сокола перестало биться 14 лет назад. Тогда, 3 июля, он находился в республике в качестве главного судьи всероссийских сельских спортивных игр. Я по прежней работе ежедневно общался с ним. Мы работали в одной команде для того, чтобы эти всероссийские сельские игры прошли на территории нашей Чувашской республики достойно. Он, выполняя разные сложные задачи, справлялся с честью выполнения этих задач. Но мы вместе с вами свято храним память о его легендарных подвигах. Каждый год 3 июля здесь исполняют любимую песню Андрияна Николаева. Почтить память третьего космонавта планеты сюда приезжают и его друзья. Леонид Белов знал Андрияна Николаева с юных лет. Вместе с будущим покорителем Вселенной он окончил и Мариинско-Посадский техникум. Человек очень простой, физически крепкий. Он вообще, когда мы были, нам 14-15 лет, он очень хорошо занимался на снарядах. У него турник также был во дворе. В следующем году в республике отметят 90-летие со дня рождения космонавта. К юбилейной дате продолжают благоустраивать музейный комплекс. Недавно за счет бюджета и спонсоров здесь оборудовали новый фонтан. Новый фонтан – логическое продолжение благоустройства мемориального комплекса Андрияна Николаева. Его уже украшает аллея космонавтов и парк, где посажены голубые ели, туи и кедры. Главе региона презентовали и передвижную экспозицию музея. В таком мобильном планетарии возможно спроецировать звездную систему. Внутри купола – мультимедийный экран. Такому интерактивному куполу нипочем не дожди, не аномальные холода. Комплекс передвижной, уроки с 3D-эффектами и стереозвуком планируют показывать даже жителям отдаленных сел. Коммуникация мемориального комплекса дальше должна на колесах ездить, двигаться в разные территории, соответственно, и в населенные пункты, городские микрорайоны. Передвижной музей оснащен современным телескопом. Наблюдать за звездами несложно. Оптика наводится при помощи джойстиков. С экрана уже, с планшета управлять, находить какую-то звезду, там уже есть подсказки, это планета, либо звезда, либо туманность. Вы просто нажимаете на этот объект, и он автоматически уже отслеживает его. И компенсируется еще вращение Земли. Глава республики отметил, что благодаря таким инновациям еще больше ребят захотят пойти по стопам чувашского сокола. По крайней мере, они будут подтягиваться. У нас здесь отряд юных космонавтов, которые достойно представлены не только на территории нашей республики, и на российском уровне. Это важно. К могиле Андрияна Николаева почетные гости, местные жители и кадеты возложили живые цветы. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.